Здравствуйте, вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях заведующая педиатрическим отделением Одинцовской центральной районной больницы Анастасия Юрьевна Дягилева и врач-педиатр Максим Александрович Соколов. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня поднимаем актуальную тему – пневмония. Анастасия Юрьевна, что это за заболевание и насколько сегодня увеличилось количество маленьких пациентов, которые к вам обращаются с этой проблемой? Пневмония – заболевание легочной ткани, это воспаление легочной ткани. Сказать про увеличение заболеваемости с каждым годом достаточно трудно, потому что пневмония, конечно, сезонное заболевание. И зима-осень – это сезон пневмонии. Поэтому, да, деток много, детки лежат, лечатся у нас стационарно, и амбулаторно тоже лечится пневмонией, но в большинстве случаев всех детей мы стараемся лечить стационарно. Нам это сейчас позволяет место и койки. Несмотря на то, что это сезонное заболевание, все-таки нельзя же говорить сейчас о том, что прям мы где-то на грани карантина. Нет. То есть все в пределах, разумного. Сезонной нормы, да. Ни о каком карантине, никакой эпидемии, пневмонии речь бы не идет. Как протекает пневмония и что должно насторожить в здоровье, в состоянии родителей, в первую очередь, чтобы они, наверное, незамедлительно обратились за помощью к специалистам? Потому что, наверное, все-таки пневмония не любая, можно сразу установить диагноз, поставить, что это пневмония. Наверняка многие взрослые думают, обычное ОРВИ, ОРЗ, сейчас дадим обильное питье и все пройдет. Нужно понимать, что пневмония – это воспаление. Воспаление в организме. Когда есть в организме воспаление, организм отвечает на это. И вот эти ответы как раз родители должны и понимать у ребенка. Может быть, признаки интоксикации, головная боль, тошнота, ребенок вялый, ребенок, пусть он даже был с температурой, да, до этого 2 дня, он бегал, прыгал, скакал, и тут он резко говорит, я не хочу играть, я хочу спать. Ребенок плохо спит ночью. Это тоже должно сразу насторожить. То есть ребенок, который всегда спал хорошо, стал ночью просыпаться. Значит, его что-то беспокоит, и в организме есть что-то, что должно послужить поводом обращения к врачу. Конечно, характерный признак пневмонии – это кашель. Кашель и температура. Дальнейшие действия родителей. Если несколько вышеназванных вами симптомов обнаружены, что они должны делать незамедлительно? Обратиться к участковому педиатру. Доктор оценит, осмотрит ребенка, оценит его состояние, если нужно, назначит какие-то дополнительные методы исследования. Иногда в этом нет необходимости, иногда участковый педиатр сразу направляет к нам с диагнозом, и мы уже его подтверждаем. Иногда на участке это делают и направляют к нам на лечение. Когда пневмония уже доказана, тогда мы ее лечим. Максим Александрович, чем опасна пневмония и чем опасно перенесение этого заболевания именно в детском возрасте? Заболевание за собой несет некую скрытую маску. Оно принимает облик мнимого улучшения состояния, и на фоне улучшения состояния множество родителей при либо домашнем лечении, либо стационарном лечении делают вывод о том, что заболевание разрешилось. После выписки из стационара или амбулатория ребенок часто, у него происходит рецидив этого заболевания, связанный это с тем, что множество терапий не до конца закончено. Поэтому заболевание за собой, как осложнение, несет еще дальше множество осложнений, если вовремя не проведено 100% лечение. Какая в вашей детской больнице существует диагностическая база, чтобы не упустить вот тот самый момент, да, и вовремя остановить развитие пневмонии и полностью вылечить маленького пациента? В первую очередь ребенок, конечно, осматривается педиатром. И после аускультации легких доктор уже может предположить какое-то течение. Бронхит, пневмония, затронуты легкие вообще. Но бывает пневмонии текут абсолютно бессимптомно, и доктор ухом ничего не слышит. И тогда, конечно, мы прибегаем к рентгенограмме легких, где доктор-рентгенолог нам точно подтверждает, что есть очаг воспаления или его нет. И тогда диагноз установлен. Все-таки пневмония – заболевание достаточно серьезное, сложное. И как протекает лечение? Насколько оно комфортно для малышей? Если это вообще возможно в данном случае? Лечение пневмонии зависит от
причины пневмонии, да, ну, говоря нашим медицинским языком, от возбудителя пневмонии. Как правило, это антибактериальная терапия широкого спектра действия, которая покрывает все возможные возбудить, ну, максимально возможных возбудителей. Это антибактериальная терапия курсом, ну, 7-10 дней, то есть это не короткие курсы. И симптоматическая терапия, соответственно, есть кашель, значит, разжижаем, выводим мокроту. У нас, конкретно если говорить о нашей больнице, у нас очень большая физиотерапевтическая база. То есть детки, которые лечатся у нас, они сразу же получают после консультации врача-физиотерапевта физиотерапевтическое лечение, что, конечно, в разы ускоряет лечение и максимально отводит осложнения после него. Анастасия Юрьевна, в вашей больнице находятся дети. Дети с разными заболеваниями. Как вы скрашиваете им время нахождения в лечебном учреждении, потому что, ну, конечно, это не самое позитивное состояние дел. Ну, дети, когда находятся вместе, им уже весело. То есть, когда ребенка больше, чем 2 или 3 вместе, им уже весело. У нас отделение неинфекционное, у нас нет боксов. У нас все детки, ну, находятся по палатам. Палаты максимально 3 человека. Есть и 2-местные, и 3-местные. У нас общая игровая комната, общая столовая, общие зоны, ну, досуга детского, где есть телевизоры, где мы в разрешенные часы показываем мультики. Достаточно игрушек и книжки, развивающие игры. Все это нам помогли, обеспечила наша администрация. Поэтому деткам я не видела еще, чтобы кому-то было грустно. Максим Александрович, вы уже сказали о том, что это заболевание вызывает ряд осложнений. Вот какие могут быть в перспективе возникнуть осложнения? Какие органы, деятельность каких органов может быть затронута? Ну, так как пневмония является воспалительным процессом легких, то в основном все осложнения касаются только легочной ткани. Пневмония сама по себе несет за собой осложнения только внутри альвеол и бронхиол, то есть внутри структурных единиц легкого. По разности этапа выздоровления или невыздоровления у ребенка складываются разные осложнения, и их предугадать с точностью нельзя. Ну, наверное, после того, как ребенка выписывают из больницы, необходимо какое-то дальнейшее наблюдение. Может быть, не стоит сразу отправлять в школу или в детский сад? Может быть, имеет смысл как-то поберечься? Как вот в этом случае детки... стоит поступать родителям, дети которых заболели этим заболеванием? Детки, мы, когда выписываем детей из стационара, даем родителям рекомендации в письменной и в устной форме. Детки идут на участок, то есть они не идут домой. Они идут на участок к своему участковому педиатру. Там встают на диспансерный учет по пневмонии. И педиатр наблюдает этого. В школу он идет через неделю. Ну, опять же, на усмотрение участкового педиатра, да, по состоянию. Бывает, что уже через неделю можно приступить к занятиям, ну, с небольшим ограничением физических нагрузок. И после того, как они снимаются уже с диспансерного учета, вот тогда ребенок уже может сказать, что он 100% излечен и уходит здоровым домой. Вздохнуть, да, свободно и приступить к полной активности, да, и полной занятости. Если говорить о мерах профилактики этого заболевания, какие существуют и как в этом случае помогает вакцинация? И возможно ли вакцинироваться от пневмонии? Меры профилактики пневмонии, как и любого воспалительного заболевания, это наличие фона. Если ребенок абсолютно здоров, если у него нет никакой сопутствующей патологии, если он хорошо кушает и употребляет весь, в его рационе есть весь спектр витаминов и микроминералов, если он гуляет каждый день по часу, а лучше по 2 на свежем воздухе, то это лучшая мера профилактики по борьбе с пневмониями. Это однозначно. Но есть и медицинская профилактика. Да? С нашей стороны мы можем помочь деткам и взрослым, но сейчас мы говорим о детях. Это, конечно, вакцинация. Вакцинироваться по возможности и по своему состоянию должны все дети. Вакцины есть в наличии в поликлиниках. Это делается только в поликлиниках у своих участковых педиатров. Превинар разрешен деткам. Там до полугода вакцинируются 3 раза, и потом еще одна ревакцинация. С полугода до года 2 раза еще одна ревакцинация. Ну, есть схема, которую, в принципе, можно узнать, да, у своего педиатра. После 2 лет уже можно пневмо-23 вакцинироваться однократно.
Но вакцинация, она в разы снижает риск заболевания пневмонией, пневмококковой пневмонией, потому что прививка от пневмокока, мы спасаем ребенка от пневмококковой пневмонии. Конечно, есть много других возбудителей пневмоний, от которых мы защитить именно этой вакцинацией не можем. Но профилактика, про которую я говорила до этого, спасет от всех. Ну, всегда говорят о том, что когда вакцинируется человек или ребенок от гриппа, это не стопроцентная гарантия того, что он не заболеет гриппом, но это гарантия того, что даже в случае заболевания те самые страшные осложнения, которые могут возникнуть без вакцинации, их можно будет избежать. Конечно, а мы не говорим никогда стопроцентно, давайте мы вот вакцинируем, и ребенок не забудем, не заболеет. Я думаю, что если бы мы так сказали, то стопроцентная масса детей была бы привита. Конечно, нет, он может заболеть, но он может перенести это заболевание в настолько легкой форме, что, может быть, даже амбулаторно пролечится, он, может быть, даже к нам не попадет. Абсолютно легкое течение пневмонии без осложнений. Вот и все. Насколько страдают дети, когда все-таки пневмония, запущенная пневмония проходит тяжело? Ну, я просто хочу сейчас, чтобы вы это сказали для тех родителей, которые, ну, наверное, не столь внимательно относятся порой к простудным заболеваниям своих детей. Ну, представляете, маленький ребенок, да, который в силу своих сил не может, так как взрослый, например, хорошо откашляться, не может ему, когда плохо, когда болит голова, когда температура, он начинает капризничать, он не может пить столько, сколько нужно, ему не нравятся лекарства. Конечно, когда ребенок болеет, ситуация достаточно трудная и для мамы, и для ребенка. И детки, когда выздоравливают, мамы, конечно, этому очень радуются, и все нам обещают, что они потом привьются, сходят. Я надеюсь, что это так и есть. Поэтому детки страдают сильнее. Если сравнивать со взрослыми, я думаю, что дети страдают сильнее. Просто в силу своего возраста и вот эмоционального настроя. Нельзя ходить в школу, нельзя ходить в садик. Мы их изолируем из их коллектива, где они были, да, это, например, школа, на 2 недели, потом еще неделю дома. Ну, конечно, это стресс для организма. Поэтому лучше не болеть. Это всегда. Вот, что бы вы пожелали всем родителям и пациентам вашим маленьким, которые сейчас находятся у вас на лечении? Ну, всем нашим пациентам я желаю, конечно же, скорейшего выздоровления. Я думаю, наши доктора с этим справятся. А всем мамам маленьких пациентов я желаю чувствовать своих деток и понимать. И если вдруг мама видит, вот сомневается, какое-то малейшее есть сомнение, нет, это не обычный ОРВИ, вызовите педиатра, обратитесь в амбулаторию, обратитесь в приемное отделение ЦРБ, где у нас есть педиатр, с 4 часов дежурит. Обратитесь к нам в отделение, если это экстренно, скорая всегда привезет. Не сидите дома, не тяните. Кушайте хорошо, гуляйте каждый день и будьте здоровы. Ну, более того, в приемном отделении можно в круглосуточном режиме приехать и сдать анализы, и хотя бы конечно, через 5-10 минут будет ясна картина, и уже скажут, есть воспалительный процесс, нет воспалительного процесса. Можно выдохнуть диагноз и в плановом режиме уже посетить педиатра, да, или все-таки экстренно госпитализироваться и уже принимать экстренные меры. Именно для маленьких, для всех пациентов приняты эти меры, но на маленьких пациентах мы делаем отдельный акцент, и им оказывается помощь круглосуточно со всей диагностической базой. Мне кажется, врачам сложнее всего работать с детьми, да, Максим Александрович? Нет, дети – это такие же пациенты, как и взрослые, просто со своими особенностями. И с детьми просто нужно работать именно эмоционально. А так дети. Мне кажется, их так жалко, когда они поступают в больницу. И так радостно, когда у тебя получается вылечить, и они уходят, и они же у них... Они же не говорят там спасибо, да, или там до свидания, они просто улыбаются. И вот эта улыбка, она лучше любого спасибо. Максим Александрович, от вас несколько слов. Всем деткам, которые у нас госпитализированы сейчас и находятся на нашем лечении, скорейшего выздоровления и побольше улыбок, побольше радости. А деткам, которые еще дома или находятся в амбулатории, не унывать и стараться всегда. И мамам такой же совет: сразу не расстраиваться, не эмоционировать, а вовремя принимать решения адекватные и консультироваться со специалистами. И самое главное, не пренебрегать советами специалистов и выполнять все рекомендации. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких.
До свидания.